What's up, guys? It's Michael Ree, and this is Metro Last Light, and I'm gonna be doing a walkthrough of this game. Hopefully, I can complete it really quickly, and let's go. Ranger mode. Sorry, my question. Oh. Recommended. Yeah, let's just do normal. Alright, let's go into it. Hopefully, they don't rate my frames. That's fine. Черные появились позже, со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. All right. Well, if you guys haven't noticed, I put the language to Russian. Just because I feel like it's more of a experience with it. Oof, Macy. Я вот тут недалеко раньше жил, ну до войны еще на Петровке. Один из всей семьи спас. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Это. Oh snap! What's happening? Что такое? Черт! 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 Да что же это творится? Too many dark ones. Whoa, what the fuck? Ah, shit. I killed my buddy. Sorry, dude. Damn. Oh, hello. Whoa. Артём, просыпайся. Артём, это я, Хан. Oh, it's Connor. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. All right. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Compass. Bullet lighter. Let me change the controls really quickly. Movement. I don't wanna crouch toggle. What the fuck? Oh my god, that's ridiculous. Okay, so controls, keyboard, weapon. No, movement. Yeah, well, I got it.
Crouch toggle control. Okay, that's good. Good. Cool. Странное место. Здорово, Артём. Actually, you know what? Let's just controls, keyboards, movement. Let's just I'm gonna make crouch C. What's C? Secondary. Oh shit. Okay. Whatever. Парень, кстати, был в той группе, которая D6 нашла. Не, мужики, не знаю, как вы, но я на поверхности. Каждый раз, когда стоял, ты посмотри на тех двух солдат. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на физподготовку. Отлично, работай дальше. Выписали его. На той неделе его группу... Let's keep on going. Он единственный... Alright, let's go over here. Привет, Артём. Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Yeah, let's look at this guy. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. И не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, а птички, что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять, бьют не больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Бла-бла-бла. Ко. Ага. Отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Окей. Обычно рейнджеры носят по три ствола. Valve, you know what? The Clash would be nice. Bastard, no. Shambler. Okay, I'm gonna go with this. Customize this some bitch. Okay. Secondary. Definitely getting the... What was this thing called? maybe. Oh, you get one or the other. Nah, let's get this on there. Sight. Let's get that on there. Okay. And the last one definitely is a revolver. Oh, snap. Oh, yeah, get the sensor on and the sight on. Alright. Well, I think we're good. Попробуй выбранное оружие в деле. Если захочешь посмотреть что-то еще, возвращайся. Let me check one more thing really quickly. Sorry about this. Game options. Okay. Артём, пытай-ка остальные пушки. Okay, you use the mouse wheel. Попробуй выстрелить в центр груди обычного. Молодец. А теперь стрельни по броне. Улавливаешь разницу? Много патронов надо. Так что смотри, если попадешь в бункер, значит враг бронирован. Попробуй выстрелить в голову. Вот уж попал, так попал. Чувствуешь разницу? Ну, вроде бы основа плюс. Можешь потренироваться еще или отправляться к медику за заданием. And reload all my weapons. Okay. Let's keep on going. What up, bro? Так, Лёха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! What up? Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чём они? У ребят из охраны лаборатории спроси. Чё? Что он там уже натворил? Открываем.
Ладно, пошли. Can't even run, can't even jump. Yeah, it's ridiculous. В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. Really nicely sculpted faces, I guess. Ходят слухи. Те самые загробные. A little rough around their edges, but. Оружие множество, и коней гордых. Definitely works. Несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и могил во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо. Так, а внутри там что? Хранилище там. Химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого... не раскаленную арматуре, но загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. All right, let's go. Да, взять-то мы Д6 взяли. Нас только ждут выхода и входа. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Только что ребята готовились к концу. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Can I just get like this mask and stuff? Can I get all these weapons and ammo? Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был, они с красными на поверхности. Я отсюда людей выводить. Всех забираем сюда. Герман, эти к Мельнику в штаб. По вызову. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Sure. Артём. Я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас едят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его! Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. Артём, скажу прямо. Черный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача — перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно! Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофа. Так что, если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте!
Спарта! Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый путь. God damn, what the hell is happening? It's all blurry and shit. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. I've noticed that everyone that in this game has like a gap between their teeth. It's like everyone's Mike Tyson. Is he the dark one that everyone's been talking about? Alright. So bassy right now. I'm wearing my Astro A40s and it's just holy shit, super bassy. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его, завершить начатое. I'll probably stop right here and change it to English, just because I'm pretty sure you guys don't want to keep watching this and listening to English and some Russian. So I'll be right back as soon as it loads in and saves. And I will stop it here, and I will see you guys in a bit.